Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. В любви ищут партнера, способного на взаимные теплые чувства. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Впадая в гнев, они зачастую становятся неуправляемыми, фанатично защищая свои взгляды и принципы, поэтому не стоит доводить их до точки кипения. Присутствие буквы О в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желании как можно полнее использовать свои способности и возможности. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Звук Г в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Эти люди всегда имеют собственное мнение, даже при том, что они слишком чувствительны и добры. Навязать им чужие убеждения невозможно. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Обладатели имени с буквой Ч отличают сильную связь с близкими людьми. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Имеют глубокие чувства, проявляют умение обращаться с деньгами. Люди с буквой Г в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Чувствуют себя неразрывной принадлежностью целого. У носителей этого имени сильно развито чувство долга. Они испытывают наслаждение, когда доставляют положительные эмоции другим людям. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Эти люди ответственны и терпеливы. Буква О таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.